Всем привет! Давно не снимала в наших магазинах. Вот смотрите, вот фихуа есть в упаковках. 500 грамм, 109 рублей. Вот она. А есть она на развес. Кстати, вот наши цены. Смотрите. Вот кишмиш, виноград 149. Хороший виноградик. Хурма Азербайджан 129. Сейчас я вам покажу. Есть, кстати, хурма. Вон по 79 рублей. Ну, 80. Вот она такая. Вот. Мандарины 54. А вот есть, видите, сейчас я вам покажу, там женщина. Это лимон в упаковке. Вот здесь. Вот, смотрите, вообще как дешево. Вот она, фейхуа на развес, вообще по 139 рублей. У меня муж брал по 210. Вот она. Это наш выращивает, я узнала, Краснодарский край. С Азербайджана привозят. Краснодарский край наш. Кавказ выращивает. О, что там за хороший виноградик? Так. Здесь голубика. Голубика 139, но она 125 упаковочка. 219. Как это голубика? Так. Значит, вот здесь ежевика, малина. Здесь такой микс ягодный. Почти 500 рублей, извините. А упаковочка сколько? 125 грамм. Клубника. Клубника 500 тоже рублей. Сколько там грамм? 450 грамм. Девочки, это тоже, конечно, переборы. Наша, которая у нас растет, да? Фихуа, которая... Не наш, это вообще бразильский плод. 139 рублей. Смотрите. Виноград Тайфи. 139 рублей. И вот такой виноград. 100 рублей. Что взять такой виноград черного еще? 100 рублей всего. Вот я ваши наши цены на фрукты. Вон. Сейчас посмотрим киви. Киви 90 рублей. Семеренко. Может, здесь семеренки? Хочу яблочек. Взвешивать не хочу. Яблоки. Пакет Гала. Пакет Гала. Яблоки Red Duchess. Это что у меня? Red Duchess? Да. Нет, Red Duchess нужен. 90 рублей. Пакет за килограмм там. Пакет фасовый килограмм. Да. Все. Голден вообще по 79. Ну, я взяла уже. Все. Я люблю Red Duchess. Так. Подарочный набор. Твердый знак с натуральными пожеланиями. Ну, смотрите, подарочные такие наборы. Орехи. Тоже очень интересно. Курагур. Я уже купила себе. Я уже себе купила пекан по скидке. Бразильский орех. Так. Так, а мне надо соленье варенье, девочки. Смотрите, как у нас соленье варенье продают. Сейчас я вам покажу. Покажу. Ну, это так. Для антиреса. А вот. Такие соленья варенье. Грибочки. Грибы опята всякие разные. Томаты вяленые. Томаты жареные. Цыпленок жареный, цыпленок пареный. Вот это все соленье. Это за 100 грамм. Это все за 100 грамм. Вот эти все цены. Так. Морковь по-корейски. Морковь по-корейски. Морковь по-корейски вообще копейки. Так, я хочу. Где? Где?
продавец. Я хочу морковь по-корейски, которая по 10 рублей. Так, и я хочу свою любимую капусточку. Девочки, 11 рублей за 100 грамм. Вот вам, пожалуйста, и с сахаром, и без сахара. Я говорю, без сахара всегда. Вот кто-то любит с сахаром. Так, и вот огурчики. И наши огурчики солененькие. По 19 за 100 грамм. Там малосольные по 49. Так, здесь, кстати, вот для долмы. Кто делает долму? Лист виноградный уже готовый. Томаты соленые, порченые и всякие разные. И все, пока-пока. Так, еще вам хочу показать. Так, ты с моего планшета уйди, пожалуйста, малышня. Да, планшет не надо это самое трогать. Купила себе ботиночки. Вот они. Вот такие полусапожки. Слушайте, это они, это вот все, это все кожа натуральная, мягкая, ребята, кожа. Вот, вот такие вот ботиночки, ну, полуботиночки, да, скажем так, полусапожки. Вот, ну вот, смотрите, все-таки я в той вот вам показывала этот магазинчик София. Вот, вот там вот я взяла вот эти сапожки. Стоят они $52. Ну, сразу перевожу на доллар, потому что меня смотрят не только в России. Но это натуральная кожа. Мягкая. Очень удобная колодка. Ты что меня кусаешь? Я тебя не трогаю. Марсюня, как всегда, первый ценитель моих покупок. И он предпочитает, чтобы я, так сказать, их не трогала. Вот, так что... Вот смотрите, вот такие вот очень удобные, мягкие. В общем, я очень довольна, девочки. Натуральная кожа, $52, сами понимаете, но это не каждому дано. Фирма Баден, не знаю, что за фирма. Вот, вот такие вот купила, наконец-то, да, я долго думала. Марся, я не тебя трогаю вообще, что такое-то, не понял. И тебя тут что-то... Нет, ну я вообще к тебе не пристаю, а ты лезешь. Вот такие вот у меня, видите, вот такие у меня дела. Мои контейнеры тоже показывала, все забиты вещами. У меня полный раскардаш в комнате, потому что мы все... Ай, ладно, не буду вам рассказывать, мы всю мебель старую продали... Новую будем покупать после ремонта. Ремонт будем делать после Нового года, не раньше. Поэтому такие у меня еще на сегодня новости. Ну вот, скажите, понравились, как вам мои ботиночки? Мои эти самые. Ну, вот так вот положу, да. Вот. Необычно так вот у них вот этот вот бантик сделан. В общем, ребят, я довольна. Не знаю, мне очень нравятся они. Очень легкие, очень удобные. Вот. И они трогают меня. И вот еще котик еще здесь. Вот еще котик здесь. Ну, почему кусаешься, Марс? Я просто тебя глажу. Ну, что-то я не знаю вообще. Чего ты пристаешь ко мне? Чего ты ко мне пристаешь? Ага. Девочки, предыдущее мое видео пришла мне ответочка с этого, с Ютуба, что у меня это, оказывается, там только возрастное ограничение, где я говорила про, ну, про болезни, да, про эту обстановку в Питере. Не знаю, почему закрыли его, не знаю, даже не буду жалобу никакой подавать, потому что думаю, какой-то очередной бзик у Ютуба. Где ты? Иди ты. Вот такая коробочка. Вот чек. Сейчас покажу. Чек. Вот, видите, 4,690. Ну, $52. Так, евро. Я посчитала. Вот. Вот такие вот
дела. Ну все, всем пока-пока.